Всем привет, друзья! С вами Ревенант на канале Pro Gamer Television. И мы с вами сегодня примем эстафету у Дмитрия, который забросил прохождение Вада Армадозия в комплекс Думе по причине того, что ему не понравился мод комплекс Думы. Вот. Мы с вами пройдем его проект Груталити. Буквально пару недель назад качал актуальную, грубо говоря, на тот день мастер-билд этого мода. Ссылку я на этот билд оставлю в описании. Она может ежедневно дополняться. Туда вносятся какие-то правки, какие-то изменения. Вот. Краткая инструкция, в двух словах. Вы перейдете по ссылке на сайт, качаете, нажимаете на кнопочку Clone Download, качаете zip-файл этого мода. Как только он скачается, вы переименовываете расширение там в конце zip или rar, в зависимости от того, у кого какой архиватор стоит. Вы переименовываете это расширение в .pk3. То есть у нас в Думе используется два расширения у файлов, это .vat, это непосредственно сам .vat обозначаются сами паки уровней, которые мы с вами проходим. А расширением .pk3 им помечаются абсолютно все остальные файлы. То есть моды, подмоды, всякие high-res текстуры, всякие дополнительные фичи и так далее. Вот. Настраивать, по сути, тут уже нечего, у меня все настроено. За исключением того, я еще раз хочу убедиться в расширении. Расширение Full HD. Вроде все нормально. Помимо этого, также я оставлю ссылку на последнюю версию Ultimate Doom Wizard. С которым непосредственно мы и я, и Диман проходим Doom. Там 2.13, по-моему, последняя версия. Ссылка будет в описании. И поскольку я этот, Армадозию прохожу уже, я не знаю, далеко не первый раз, уже порядка 10-го, и знаю тут, по сути, наизусть все, почти. Поэтому особо многословен тут не буду. Это будет скорее такое прохождение в режиме живого комментария. То есть присаживайтесь удобнее, берите себе пожрать, попить и наслаждаемся прохождением. Сложность, естественно, последняя. Не будем с вами примудряться особо. Я, кстати, до конца еще не успел оценить все нововведения данного мода. Последние. Поэтому насладимся ими вместе с вами. Вот всякие анимации дополнительные на пушки были добавлены. Это очень так приятно глазу. О, говно по трубам, блять. Опушки спавны. А еще не понравилась бензопила. Из третьего дома, блять. Ай, блять, не попал. Ничего страшного. Попадем бензопилой. Всем, блять, хватит. Да вы, ребята, охренели все. Я надеюсь, что и музыку, и меня должно быть хорошо слышно. Я вроде все это дело подкорректировал. И игру, и меня должно быть слышно хорошо. Мат сам по себе, скажем так, относительно запутанная конструкция. И поэтому, я думаю, помимо Армадозии буду брать на себя еще те вады, которые, не буду давать Диман на прохождение. Потому что они его просто психологически добьют. Он психанет их проходить. Либо они овер сложные, либо у них овер неудобная конструкция уровней. Непонятная. Вот,
бля, делегация ебучая. Тихо, тихо, пацаны, расслабьте булки. Я всего один. А вас до хрена. Да ладно, расслабьте ты. Вот он там задыхается, сидит. Не надо. Не надо разгоняться. Ты знаешь, я это не люблю. Как же вы меня бесите. Тихо. Да спокойно. Схвачено. Блять, а патрон-то нету! Сколько сейчас заметил, ты говно. Да ты охренел. Тихо. Следующий. Дальше. Так, с вами закончим. Ах ты, сука! Ты заебал спрыгивать уже на меня. Так. Тут я, пожалуй, сохранюсь. Так, что-то некрасиво получилось. Опять некрасиво. Вот так вот. Во. Нормульды. Так, а может текстура, пожалуйста, не проваливается? Есть тут некоторые такие вот нерешаемые баги. Ну, пока что нерешенные. Заебись. А вот со мной уже все решили, ребята. Ладно, мы сделаем по-свойски. Умри ты в жопу, блядь. Нахер вас, черти ебаные. Пиздец. Всегда тяжко было этот первый уровень проходить, как ни крути. Всегда было тяжело, блядь. Тихо. Дайте передохнуть-то, блядь. Передохнуть, я сказал. У меня хп нет. А тут вы заебываете. Так, красный кран убрали. Еще немножко поживем. Сука. Еще немножко поживем. Пила у нас есть. Перечи патроны. Ловите, пацаны! Это на черный день. Тихо. Сука. Как уже дрожайте, блять, а. Эти конченые черти с пистолетами. Идите все. Нет на вас, времени, блядь. Тихо. Не надо. Я знаю, что все злые. Но вы меня в гневе не видали, когда я спать хочу. Блядь, пацаны прям... Церемониться не хотят. Тихо. Так. Потихоньку двигаем. О, хорошо. Аккуратненько. Блять. Тебя тут не хватало еще. Да что ты, перный театр, а? Давай, жри, бля, если так хочешь.
твари неугомонные. Да, конечно. Так я прямо вылез. Жаль, конечно, подкаты убрали. В этих подних верхних проектах крутались. И сделали вместо подкаты дэш. Рывки. Теперь наши у нас будут дэши. Такие вот. Коротенькие. Ну, в принципе, с этим можно как-то... Срастемся с этим. Дальше тоже неплохо. Нам туда, я помню. Не-не-не-не-не-не-не-не. Знаю я ваши приколы. Присели там еще аккуратненько так же. Тут, блять. Когда я выйду. Не хуже дальше. Успокойся ты уже. Так, патроны есть, бояться нечего. И хпшечки есть теперь. Теперь все есть. Следующий. Сейчас еще делегацию примем. Тебя примем. Вас вообще в первую очередь принимаем. Точнее, без очереди. Вот так вот. Ира-то. А. Ясно, понятно. Кнопочки. Вот так вот весь уровень, по сути, состоит из кнопочек. Но все равно своего шарма не лишены. У нас пробел есть. О, пробел, вот прыжок. Еще не суплять. Придурок. Знаете, я, пожалуй, раскручу. Это в раскрученном состоянии буду носить. Сука. Черт позорный. Таксик. В смысле не открылось? Как это не открылось? Должно было открыться, я же говорю. Да ёб твою мать, а? Тебя тут не хватало еще, Додик. По сенам не ладось. У нас приличные люди обитают. Они всякие там. Так, следующий кто? Да что ты, блядь, тебя тут не хватало. Не надо. Знаю я эти приколы. Патроши. Да что ты вообще по потолкам, да по потолкам, а? Ритурки. Чувак, конечно, захлебывает словами, не успевает одну фразу закончить, начинает другую, блядь. Вот у него адреналин там хуярит в организме. Так, тут нам делать пока нечего. Кстати, из Италии-то два есть уже. Так, это рано. Это рано. Есть желтый ключ. А для этого есть желтая дверь. Здорово, одноглазые педики. Люблю. Прям обожаю. А вот теперь можно взять рубайку. И сказать, что поле... Да ёб твою мать. А вот про вас я и забыл. Черти. Да ёб. Не дергайся, слушай. Сука, смотри, какая тварь, а. Не, всё полезет. Чё, ребят, застряли, да? Один к другому прицепился, никак не отлепитесь.
первую очередь сукины дети. Это вообще без варианта. Больше тут сказать нечего. И это мы возьмем. Ой, красота-то какая. Вот теперь патрон хоть отбавлей. Тут вроде все взяли. Да. Ай, убились, ни хрена себе. Вот это я выйду. А, я вспомнил, что я не взял. Наверное. Я, конечно, могу ошибаться. Нет, это взял. Че, и тут что-то там все взял? Да ну нах. И тут все. Вот это прикол. Все, вообще все. Тут миниган весь. Тут дробовик весь. Ну что ж тогда. Все тогда, все дела сделаны. Чешем дальше. К выходу. И тут все. Что ж, друзья, с вами был Рэй, на канале ProGamer Television. Всем спасибо, до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.